Театрализованные концертные программы, спектакли, новогодние утренники, рождественские елки. За новогодние каникулы в Самаре провели более 6 тысяч праздников. В масштабных гуляниях приняли участие более 400 тысяч людей. Самарцы стараются сохранить новогоднее настроение и с удовольствием прогуливаются по празднично украшенному городу. Просто вообще не налюбуемся. Очень красиво. Город вообще разукрашен до такой степени. Я живу на Ленина 1, там вообще все тоже сверкает. У нас там парк тоже есть. Великолепно все сделано. Новогодними цветами по-прежнему сияет площадь Куйбышева. После новогодних праздников сюда продолжают приходить сотни людей. Здесь работают два катка, зимняя горка и праздничный комплекс. Радует глаз яркая иллюминация на елках. Здесь не одна пушистая красавица, а целых 7. Все деревья огородили ледяными блоками с морозными узорами и внутренней подсветкой. А еще второй год подряд используют медиагирлянду. Самара украшена очень хорошо, не везде еще были, но все очень понравилось. Вот площадь Славы, одно из, наверное, самых красивых мест в городе. Очень понравилась площадь Куйбышева. Вот, вообще инсталляций много не бывает. Это элементы праздничного настроения города, элементы, приносящие радость горожанам, поэтому Самара украшена прекрасно. В этом году просто радует глаз. Радует глаз самарцев, сохраняет новогоднее настроение и сказочное убранство на склоне у площади Славы. Светящиеся снежки, пирамиды, волны и масштабный светодинамический фонтан. Общий вес украшений 4 тонны. Впервые в истории города на площади Славы залили каток. Он может принять одновременно до 150 человек. Насладиться зимними развлечениями сюда приходят сотни самарцев. Этой зимой оборудовали более 120 бесплатных катков в городе. В совокупности художникам удалось воссоздать вот такую иллюзию красивого новогоднего рождественского представления. Им это удалось, за что им большое спасибо. Для создания праздничного декора на улицах, площадях, в скверах, парках специалисты использовали гирлянды, светодинамические фонтаны, фигуры и инсталляции. Только деревьев украсили более 1000. Это отлично влияет на отдых самарцев, потому что и ребенку хорошо, и взрослым хорошо. Всем отлично, все радуются, настроение новогоднее, рождественское, поэтому все отлично. Все инсталляции и катки будут работать до начала весны, в зависимости от погодных условий. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.